Критически важным моментом для формирования будущего урожая является закладка здоровой и мощной корневой системы сельскохозяйственной культуры. Почвенные патогены способны инфицировать молодые корни и негативно повлиять на развитие растений. Основными почвенными инфекциями, повреждающими корневую систему зерновых, являются фузариозная и петиозная корневая гниль, а также такие специфические грибы, как тифула инкарната, микродохиум невале, вызывающие поражение посевов снежной плесенью. Еще одним серьезным патогеном является ризоктония – наиболее агрессивная инфекция, которая способна поражать все культуры в севообороте. Ризоктониоз и другие заболевания корневой системы приводят к значительному недобору урожая сельскохозяйственных культур. Накоплению ризоктонии в почве и поражению посевов инфекциями, накопившимися на растительных остатках предшествующей культуры, способствуют такие технологии, как no-till или mini-till, то есть с минимальной обработкой почвы. Они широко распространены во всем мире из-за минимального влияния на окружающую среду и экономии. Специально для защиты семян Сингента разработала препарат Vibrance с технологией «Сила корней» на основе уникального действующего вещества седоксан. Он превосходно защищает сельскохозяйственные культуры от ризоктонии и других семенных и почвенных инфекций. Vibrance блокирует прорастание гиф-патогенных грибов, обеспечивая надежную защиту корневой системы. Особая роль при прорастании мицелия гриба принадлежит митохондриям, которые являются своеобразными энергетическими станциями клетки. В цикле химических реакций производится энергия, которая необходима грибу для жизнедеятельности и роста. Центральным хабом в производстве энергии является фермент «succinat дегидрогеназа». Этот энзим является объектом для Vibrance. Благодаря своей химической структуре молекулы седоксана проявляют исключительную активность против центра синтеза этого фермента. Vibrance блокирует его выработку. В результате процесс производства энергии в клетке рушится. Гифы гриба погибают. Активные вещества Vibrance распространяются в корневой системе по мере ее формирования и нарастания, гарантируя защиту от комплекса патогенов в течение нескольких недель. Почему же Vibrance наиболее эффективен при минимальной обработке почвы? Объяснение заключается в поведении молекулы седоксана. С одной стороны, действующее вещество может распространяться как вокруг семени, так и во влажном почвенном горизонте. С другой стороны, может закрепляться на почвенных частицах. Такой процесс распространения седоксана объясняет надежную защиту корневой зоны растений. Vibrance с технологией «Сила корней» создан для наилучшей производительности. Максимально возможный спектр действия против патогенов, формирование здоровой и мощной корневой системы и стабильно высокие урожаи – все это Vibrance с технологией «Сила корней» от Сингенты.